Ну чё, какие планы на сегодняшнюю прогулку? Кидатель орехов. Орешек. Эй, куда пойдем? Куда ты хочешь? Орешек. Зажрался, смотрю, ты орешками бросаешься. Я ж тебе не белочка. Куда пойдем? На супер орешек. Никуш, а ты куда хочешь? Суши. Суши? Да. Ника Магда хочет суши. Коля хочет Магда. Ну, посмотрим, кто сегодня что получит. Вот арахис пригодился муравьишку. Ух ты, смотри, он прям откусил кусок, да? Отломил. Отломил? Вот это да. И подтащил. Он сам отломил его? Да. Офигеть. Хочешь быть таким же сильным, как муравей? Хулиган. У вас начались каникулы? Ну да. Вы рады? Да. Чем будешь заниматься на каникулах? Школу. А чем ты? В школу будешь ходить? Учиться? Ты смотри, какая хорошая у меня девочка. Каникулы. Ты чем планируешь на каникулах заниматься? Спать. Спать. Так, еще чем? Еще спать, еще чем? Есть. Есть. Молодец. Отличные занятия. Очень развивающие. Так. Попроси, пожалуйста, еще один соевый соус, а то что-то нам один только дали. Суши-бокс нам принесли. Ника, сгоняй за вторым соевым соусом. Зачем? Ну вы один поделите пополам. Мои вот эти. Ну и как кормят сушами в майбоксе? А Никуш? Два хочу лайка получился на моем. Тарелку наверху держит. Я потому знаю, что, потому что никто не съел. Боится ее опустить, потому что здесь уже пусто. Что, идем дальше? А? В магазик, да. Ты какие клевые тучи над Ростовом, а? Так, а мы шли, думали, жарко, хочется куда-нибудь в бассейн, куда-нибудь на море. А Женец правильно говорила, сейчас солнышко пройдет и начнет дуть. И вот принадул, вон какие красивые тучи. Сейчас будем гулять под дождем. Так, решили продлить свою прогулку по центру. И вместо того, чтобы пойти на набережную, пойдем сейчас быстренько пройдем еще по Суворову. А для этого переходим Ворошиловский по переходу. Ты что, боксер у меня или футболист? Коль, давай посчитай, сколько там получится. Хотя бы без квадратов. Просто сумму. Даже можешь не делить. Будет 10 плюс 11 плюс 12. А, все, ты ответил. 60, все правильно. А что они там написали? 3000. Молодец, давай 5. Устал он, у них сегодня две игры проиграл. Ни одного мяча не забил. Как проиграл? Одну выиграл, вторая в ничью. Ну, бегать устал. Вот так вот. Чем это загажен наш город, как ты думаешь, Ник? Под ногами. Тополиный пух, жара, июль, да. Это у нас в мае месяц. Это мы вышли на Суворова. А знаешь, как до революции улица Суворова называлась? Как? Малая Садовая. Как Суворов связан с Ростовом-на-Дону и почему в честь него тут улицы назывались? Расскажи. Когда Ростов-на-Дону только образовывался, еще в 18 веке, тут была только еще крепость Дмитрия Ростовского, угу. Он сюда приезжал во время своих походов в сторону Крыма и в сторону Турции. Так что Суворов тоже был. Это улица Суворов. Как раз и проживал несколько дней, будучи в крепости Дмитрия Ростовского. В милиции, по нему мы поняли, что здесь находится посольство. До этого мы знали, что там рядом Большой Садовый есть посольство Украины, а здесь на Суворова посольство Узбекистана.
界。有多少人想要，又有多少人敢要。Нашли интересное место вокруг центра. Зайдем-ка мы туда, хлебнем что-нибудь бодрящего и пенного. После суши-бокс посетили мы мясоед. Ни с кем не поделилась. Ролл все съела сама и опять есть хочет. Прошло сколько? Еще мороженое сейчас в перерыве съела. Вот. Вот его можно прокормить суши. Потому что он со своими деньгами ходит. Да, он там водичку сосет и все. Как называется? Бариста, а чей? Бариста. Бельгийский. А. Какой? Костил. Костил. Опа. Прикольно получается. Как будто ты как вишенка наверху в моем стакане с вишневым пивом. У меня у одного буквы пляшут здесь. На самом деле это еще одно очень оригинальное место в центре нашего города. Вокруг центр называется. Вот во дворе сделали такое место, в котором люди могут поотдыхать. Одновременно несколько кафе работают в разной направленности. Вот мы сейчас попили пиво в мясоеде, здесь можно также устриц заказать. Ну и много чего еще. Людей много сейчас здесь. Штраф 50 миллионов рублей. Ну как тебе здесь, вокруг центра? Съемка запрещена. Штраф 50 миллионов. Что-то разбуянил с нашей Никой, как синее море в сказке. Штраф.